Доброе утро, девочки, а возможно даже и мальчики. Сегодня мы на завтрак пьем кофе, ребенок у нас пьет чай. Непостоянные мужчины, то чай, то кофе, но в принципе мужчины такие у нас. Кофе, как обычно, с мороженым, очень вкусное, прям вот вкусняшка. И делаем бутерброды. Бутерброды у нас идут с листиком салата, с колбасой. Так как ветчина закончилась. Что такое? Девчонки у нас позавтракали. Сын сидит, ждет, когда бутерброды мама сделает. И шпроты, которые мы с вами покупали в светофоре. Я была против, но муж купил. Шпроты это из хамсы. Не сардинки, как обычно, а хамса. А иностранцы называют это анчоусы. Так, ну давайте посмотрим, что за анчоусы. Ну, в принципе, сейчас я вилочку достану. Так, ну вот такие анчоусы. Да, они, конечно, ну, мелкие. Но получится... Ну, крепенькие такие, хорошие они. Да, но... Не кашей сделаны. Нет, просто вообще как бы покрупнее сюда на салат, на бутербродик бы. Но не каша. Я думала, будет такая вот кашевидная рыба. Нет, все целенькие. Так что, если кого не смущает мелкота этой рыбы, то можно брать. Хотя вот здесь вот она сломана. Но это ничего страшного, мне кажется. На дне ее запихали и помяли. Салат скользит. Здесь еще будет помидорка у нас на салатике. У меня мужчины любят такой бутерброд. Еще любят, чтобы здесь был сыр. Но вот сыр мы уже съели. У нас сегодня очень интересный бутерброд и кофе. Почему? Батон, потому что у нас тверской. Ну, наш. Лист салата у нас из Москвы, московский. Угу. Анчоусы у нас владимирские. Помидор у нас краснодарский. Так, еще один кусочек. А колбаса Санкт-Петербург. А мороженое в кофе из Нижнего Новгорода. Ну, в общем, это вся хорошо. Страна. Это очень даже хорошо. Всем привет, всем привет. Так. Вот так вот. Красиво. Уже, я говорю, сочетание цветов – это просто красота. Ну и колбаса. На колбасу замечательно положить сыр бы. Ну, что-то мы сыр подъели. И в микроволновку. Да, красота. Девочки и мальчики, всем приятного аппетита. Мы приехали на заправку. Взяли с собой Саманту. И как вы думаете, куда мы? Покупать, конечно же, переноску. Почему взяли с собой одну Саманту? Потому что она у нас будет... в роли модели примерять ее. Все, мерим, все посмотрим. Аккуратно, там нет, сам не сдвинь. Столика нет. Ага. Да, ага. Дно не крепкое там. Приподними. Да. Ну да, оно такое. Не продавится. Нет. Они маловат, не тесные будут. Господи, удержать от вас. Да это. И так. Нет, я думаю, нормально. А которая наверху серенькая? Они, мне кажется, одинаковые. Одинаково? Ну, сейчас посмотрю. Подожди, одинаково. Подожди. Давай, идем. Вот такую вот решили. Мне кажется, серенькая получше. Да? Как-то она не так. Да, та уж очень разрисована, ну, всякими хорошо, буквами. Ну, а кому понравится? Посадили. Ну, все, ну и оставь все. Там ее. Нет. В машине ее сейчас выпустишь.
Выходи. Фух, скажи. Освободили. Ладненько. И кто это у нас? Пайта. Саманта за рулем у нас. Сомочка, зайка. Да. Купили мы переноски. Сейчас покажу. Две переносочки. Одну для Саманты. Я думаю, что для Саманты подойдет вот эта вот защитного цвета такая. А вот в клеточку это девчонкам двум. Ну, а сейчас приехали мы в Пятерочку. Муж и сын захотели выпечки. Я принципиально сейчас... Булочку захотелось. Я принципиально сейчас не пеку, так как, ну, собираемся и некогда. Скоро купальный сезон. И вообще, да, купальный сезон. Поэтому не пеку, но мужчины-то хотят. Вот сейчас пойдем посмотрим, что за булочки, какие булочки. Ну и, конечно же, одну-то я себе куплю. Как раз в Саратове будем летом на пляж ходить, для вас снимать. Юный водитель сидит, юный водитель. Очень внимательно. Так, ну и все что-то испугались, никто не хочет. Да, домики, да, для переезда, да. Вот я думаю, вот в этой сумке поедет Саманта, а вот в этой, которая побольше, Злата и Мишель. Сейчас мы посмотрим. Для этого мы Самантика и брали. Открываем именно вот эту вот стеночку, где нет сетки. Сетка с другой стороны, чтобы поместить собак туда прям лицом. Иди сюда, Миш. Она развернулась. Так, нет, девочки, давайте прям туда повернулись и вдвоем залезли. Не хотят. Никакую. Придется приучать. Иди сюда, Миша. Ладно, Саманта, ты будешь. Космонавтом. Не хотят. Ладно, тихо, не рычит. Рычит, возмущается. Я буду ставить около... Ага, Мишка, иди ко мне. Пришла. Так, поймала я Мишель. Хочу ее посадить. Сюда, так. Потихоньку. Не бойся, зайчик мой. Скажи, я никогда не ездила в переноске. Поставить сумку, чтобы они к ней привыкали, а потом потихонечку вот так их сюда затаскивать. Так, так, спокойно, девочки. Не нравится, конечно же, не нравится. А, Саманта, сумочка, от тебя иди сюда помещу. Ну, сумка-то уже мерила. Да, космонавты. Это точно. Иди ко мне, зайка моя. Так, ты задом туда, потому что здесь личико должно быть. Вот так. Здесь выровнять надо. Вот. Ну, а теперь попробуй, подними. Сейчас попробую. Не обещаю, но попробую. Так, здесь одна Саманта. Удобно, если ручка выдержит, здесь еще можно через плечо. Ну, мне, наверное, через плечо неудобно будет здесь так. И здесь Саманта и Злата. Так, тихо, спокойно. Привыкните. Так, вот так вот ручки. Вот, я думаю, для двоих она нормально будет. Ну и там буйство идет, буйство не хотят. Так, ну а теперь выпускаем, посмотрим, как они оттуда выйдут. Свобода! Опа! Мишель, выходи! Фух, скажи, что это было? А, еще раз пойдешь, Миш? Сейчас, сейчас я... Два замочка здесь. Ну, сама ты спокойно, она как танк. Так, ну-ка попробуем. Застен. Заходи туда. Заходи, не бойся, не бойся. Хоп. Хоп. Привыкнут, привыкнут. Я думаю, нормально будет. Но вообще на каждую собаку нужно по одной переноске. Но у нас не рук не хватит. Рук, да. Бедная Мишель пить даже захотела. Вот, потому что сын поедет позже. У него не получается вместе с нами. Сначала мы поедем, потом уже сынуля приедет. И поэтому у нас только получается, что я несу в одной руке, и в другой несет Александр.
две переноски. Конечно, это неправильно, но что делать? У нас две собачки поменьше, поэтому вот сюда вот они поместятся. Привыкнут. Что делать? А что делать? Жизнь такая, переезд он такой. Вот. Каждая переноска стоит 1400. Это, в принципе, можно купить, конечно, и пластиковые переноски. Но я боюсь, что когда будешь нести пластиковые переноски, собака, естественно, там будет, ну, качаться, перекатываться и будет ударяться о пластиковые стенки. Поэтому мы с Александром приняли решение, что все-таки мягкое. Если даже вот они будут туда-сюда перекатываться, а мягкую будут ударять, ну не то что ударяться, а просто прислоняться будут к мягкой. Вот. Ну а приедем, в принципе, нам переноски будут не нужны. Мы их поставим на продажу, продадим. Так как собаки у нас передвигаются все на поводках. Есть ошейник, шлейка, поводок, все что угодно. Ну, я лично довольна этой покупкой, мне нравится. И выбрали вот такую расцветочку.